Всем привет! Вас приветствует все о звездах ТВ, интересно знать. Представляем вашему вниманию ролик о самых верных мужчин среди звезд, которые верны своим возлюбленным на протяжении многих и многих лет. Средства массовой информации ежедневно пестрят новостями о том, что кто-то из знаменитостей и звезд развелся, изменил, закрутил роман с новой пассией. Вы составили подборку звездных мужчин, которые на протяжении многих лет верны и живут со своими возлюбленными. Курт Рассел. Курт Рассел и Холди Хоун – голливудский актер, продюсер, а также сценарист. С 1983 года состоит в браке с актрисой Голди Хоун. Звездная чета познакомилась на съемках фильма «Дополнительная смена» в 1984 году. Тогда у Голди за плечами было два неудавшихся брака и двое детей – Оливер Хадсон и Кейт Хадсон, а у Курта один. Однако судьба решила, что их история любви заслуживает продолжения. В 1986 году у пары родился сын – Уайт Хоун Рассел. Том Хэнкс. Другой голливудский актер, которого зовут Том Хэнкс, ни разу не изменял своей супруге Рити Уолсон за 32 года супружеской жизни. Мой секрет счастливого брака состоит в том, чтобы жениться на правильной женщине. Мне повезло с прекраснейшей Ритой Уолсон. Я самый счастливый человек из существующих, так признается Том Хэнкс. В семье голливудской пары воспитывается двое детей. Труман Теодор Хэнкс и Честер Марлон Хэнкс. Дэвид Бекхэм. Дэвид и Виктория Бекхэм. 4 июля 2019 года Виктория и Бекхэм отметили 20-летний юбилей со дня бракосочетания. Они отметили индивидуальным туром по Версальскому дворцу. За эти годы СМИ массовой информации неоднократно предрекали развод. Среди причин были и измена Дэвида, и его переезд в США, бизнес, а также недостаток романтики. Однако Виктория сумела сохранить этот брак, проявив недюжую мудрость. Виктория отмечает, что доверяет мужу, поэтому громких скандалов не происходит, а все слухи она опровергает. Сергей Гармаш. В 2020 году Сергей Гармаш и его жена Инна Тимофеева отметят 37-ю годовщину своей свадьбы. В интервью журналу Star Hit Инна отвечала, что причиной семейных разладов чаще всего были бытовые вопросы, а также тяжелый характер Сергея Гармаша. Несмотря на это, российский актер остается верен своей жене. У них родилось двое детей – Иван и Дарья. В 2016 году Инна и Сергей стали дедушкой и бабушкой. У Дарьи родился сын, которого назвали Павел. Иван Охлобыстин. Всем известны Иван Охлобыстин и его жена Оксана Арбузова. Дружная и многочисленная семья российского актера вызывает восхищение. Иван Охлобыстин не только верный муж, но и счастливый отец шестерых детей. Актриса Оксана Арбузова, жена Ивана, делит свою жизнь в мемуарах Оксаны Охлобыстина «Ребро Ивана» на до и после встречи с актером. История любви звездной пары прозаична и в то же время волшебная. Иван и Оксана влюбились друг в друга с первого взгляда на лестнице в московском доме кино. С 1995 года в семье Ивана и Оксаны царят любовь, верность и умиротворение. Пожелаем этой паре, пусть будет так и дальше. Никита Михалков. Российский актер, продюсер, а также режиссер Никита Михалков женился на Татьяне Соловьевой. Она была манекенщицей в 1973 году. Для обоих влюбленных это событие стало не первым. Татьяна комментирует жизнь с Никитом и семейные скандалы так. «Конечно, мне не хватало его внимания. Бывало, даже обижалась и до ссор доходила. С детьми свое расписание, а у Никиты совсем другой график и другой ритм жизни, который с ним не совпадает. И проблемы возникали, но без них не обходится ни одна семейная жизнь». Это слова мудрой женщины. Игорь Крутой. Российский композитор, певец, также музыкальный продюсер Игорь Крутой. В 1995 году волею судьбы оказался в США, представляя шоу «Песня года». На вечеринке после этого мероприятия Игорь Крутой влюбился в Ольгу.
Также известно, что их отношения через месяц получили продолжение. Игорь Крутой сделал предложение руки и сердца своей любимой. А после он сочинил мелодию, слова которой написал Игорь Николаев. Так получилась проникновенная песня, которая стала хитом «Я люблю тебя до слез». Эта песня была посвящена Ольге. Несмотря на то, что Ольга и две дочери, Александра и Виктория, живут в США, брак этой пары остается нерушимым и самым крепким. Пожелаем всем этим парам долгих лет счастливой жизни. Пусть в их семьях царит спокойствие, понимание, а также любовь. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, впереди еще много нового и интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. Конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра, всего самого-самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока!